questions. У нас еще есть время для пары вопросов, если у кого-то есть Were you guys желание able to что-то catch спросить. Some of this? Что-то как-то немножко поймалось. Что вас вдохновляет? What does inspire you personally? Many things. Много всего. And really, the main thing is all these things I was talking about that inspires me. Ну вообще все, что я сейчас говорила, очень меня вдохновляет. Все, о чем я сейчас говорила. The divine prospect of coming in touch with reality is inspiring for me. Перспектива узнать поближе и прийти в соприкосновение с вечной божественной природой реальности очень вдохновляет меня. I remember growing up thinking this can't be everything there is to life. What we're experiencing, what we're seeing with our flesh, blood, eye, fleshy eye experience, this can't be supreme, absolute reality. It's all relative. Then where's the absolute reality? Я помню, что когда я была еще совсем маленькой, меня постоянно посещало такое чувство, что вот все, что я вижу перед собой и могу увидеть, потрогать, вот эта реальность, как бы состоящая, грубо говоря, из плоти и крови, это не может быть всем, что это не может быть полной картиной мира, что должно быть что-то еще, должно быть что-то большее. Truth must be there. I know it's there, but it's not this. This is not it. What we are, the basis of our lives here is not based on truth. It's based on misconception. And I could understand that at a young age. And it was my, really my internal drive to try to come in touch with truth and reality. And where is it and how to find it. То есть я понимала, что должна быть некая истина, должно быть некое подлинное начало в этом всем, потому что не должно быть так, что основой этого мира является заблуждение. И я хотела найти, какова же эта истина. I was like a little truth warrior when I was a kid. I always need to know the truth. I don't care. About anything else, just tell me the truth. Я как была таким борцом за правду, и когда я была ребенком, я все время хотела, чтобы мне говорили только правду. Просто скажите мне, как все есть на самом деле. Nobody knew. И на самом деле никто не знал. So I had to find out for myself. Так что мне пришлось самой искать. Reading all the religious books and meeting monks and nuns and religious people of all kinds and going through the libraries and universities and finally found it in the direction of India and my guru and the Bhagavad Gita and all the Vaishnav literatures. Only then I found it. То есть для того, чтобы все-таки найти ответы на свои вопросы, я встречалась с представителями, наверное, всех религиозных концепций, со священниками, с монахами, прочла, наверное, все книги в библиотеке, какие-то были только доступны о разных духовных учениях. И в конце концов, в Бхагавад-гите я нашла ответы на свои вопросы и приняла этот духовный путь, который привел меня в Индию. Don't get me wrong, I found some good things in all religion, all philosophy, something good in everything, but nothing was fully fulfilling me until I came in touch with the teachings of Gita and Vaishnav literature.
То есть во всех учениях я находила какую-то крупицу истины, я видела ее, но она не удовлетворяла мое сердце полностью. То есть мне нужна была полнота, и только эту полноту я нашла только в учении вайшнавов. And that was really brought to life, meeting my guru and the holy Vaishnavas, the saints, the sadhus. А свое живое воплощение, эти идеи, выложенные в этой книге, нашли для меня в личностях святых, в личности моего гуру, моего учителя. So all this kind of thing inspires me, this whole range of things, our spiritual practice, our teachings, our goal, the prospect of having a loving relationship with Krishna, that inspires me. То есть все это, мой духовный путь, мое стремление и вообще перспектива обрести отношения с Богом, личные отношения с Богом, построенные на любви, самопредании, меня очень вдохновляет. And everything else starts to lose its charm. The world, mundane life, material life, all the things in this world just start to lose, they start to loosen their hold on us. The hold it has on us starts to fall away, and we become free from those things. И по сравнению с этими переживаниями, с этой перспективой духовной жизни, я чувствую, как этот материальный мир, он, его хватка ослабевает, то есть его цвета этого мира, они блекнут по сравнению с тем, что я вижу. One word we use is stranglehold. The material world, the mundane energy, the illusory energy has a stranglehold on all of us, but that begins to untighten and loosen, and we become free from that eventually. То есть на самом деле каждый из нас закован в такие цепи нашей кармы, кармических обстоятельств нашей этой жизни, материального мира. Они держат нас подобно тому, как подобно к очень цепкой хватке. Но когда мы начинаем практиковать духовное, заниматься духовной практикой, эта хватка постепенно она ослабевает. Srila Sridhar Maharaj said something very encouraging about that, that the slightest touch of that spiritual divine substance is so powerful that it turns everything else into rubbish. Srila Sridhar Maharaj. И Srila Sridhar Maharaj очень ярко выразился об этом. Он сказал, что даже самая небольшая, самая малая капля этой субстанции, духовной субстанции, способна сжечь дотла все, все наши материальные представления. Ek bindu jagat Dubai. One drop of that divine love for Krishna is enough to flood the whole universe. Одна лишь капля этой любви к Господу способна затопить всю Вселенную. So, does that inspire you too? Вас вдохновляет такое? The more we hear about it and experience, start to experience it, the more we get encouraged and inspired. Чем больше мы слушаем об этом, на самом деле, тем больше мы чувствуем, как это все больше и больше вдохновляет. It starts to become real. It's not just a theory anymore, it's a practical reality. И постепенно это становится не просто какой-то теоретической, абстрактной сказкой, но это проявляет, начинает проявляться в нашей жизни, и мы ощущаем реальность этого. Yes.
А у вас было в жизни такое состояние души, когда вы наиболее полно почувствовали проявление Бога, Кришны? Did you have in your life some moment maybe when you felt the presence of God in your yourself and your life of Krishna? I always feel some mysterious protector with me all the time, especially when I'm alone. Я всегда могу сказать, что я всегда чувствую присутствие некого хранителя в своей жизни, особенно когда я одна. I always feel like God is always with me, and especially if I'm like in a vulnerable position and I'm putting myself at risk, I feel like he must be attentive and protecting me and guiding me, and sometimes very strange things happen. Бывают такие ситуации, когда я очень как бы, ну, нахожусь в каком-то незащищённом положении, ну, то есть какая-то, ну, такая ситуация. Я всегда понимаю, что Господь, Он видит всё, и Он меня защитит. И тогда происходят самые какие-то невероятные вещи. I feel every day is everything's becoming more bright, more tangible, getting more real for me. All the things that inspire me, that I believe, are becoming more real. И также я вижу, как все эти принципы, все эти идеи, каждый день становятся для меня все более ясными и обретают какую-то более осязаемую ценность. Я вижу их реальность. Especially when our Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, my initiating guru, when he left this world, I had to really become mature quickly. I had to grow up very fast in my spiritual understanding. Когда мой учитель, от которого я получила посвящение, которому я служила все это время, мой учитель Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж, оставил этот мир, это было недавно, мне пришлось очень быстро повзрослеть, мне пришлось переоценить очень много вещей. I had to really broaden my vision and see Guru shining through everywhere, everyone, and developing a more comprehensive understanding of Guru and Krishna. И тогда мое видение гуру, учителя, оно очень сильно расширилось. То есть я поняла, что гуру, мой учитель, он присутствует во всем, и что все пронизано его присутствием. I had to understand the absolute conception of guru, which is basically Krishna is the guru. And he's in the background, and he's flowing through many agents, revealing himself through different divine agents. Мне пришлось постичь абсолютную концепцию гуру, то есть абсолютную часть, составляющую гуру, увидеть, что гуру проявляет себя через своих посредников, через разных людей, обстоятельства, через своих представителей. I had to understand this is not a personality cult, and it's, you know, we can't have tunnel vision, but we need to broaden our vision and see that Krishna is one and Krishna is many, shining through and flowing through a divine agency. То есть наше видение, мое видение до того момента, или наше видение, оно как тоннель. Мы видим только лишь одну форму гуру, да, гуру, выраженную в форме какой-то личности конкретной. Но приходит момент, когда необходимо расширить свое видение и увидеть, что Кришна
или гуру проявляется во всех, проявляет себя во всем. All these things you'll find in one of our books called Sri Guru and His Grace, this idea, the concept spoken by Srila Sridhar Maharaj. И эта идея, я обнаружила ее выраженной очень и очень прекрасным образом в книге «Шри Гуру и его милость». So I really took shelter of that book and I prayed and I read it again and again and again, maybe 100 times. Я приняла прибежище в этой книге и прочла ее снова и снова, раз за разом, может быть, не знаю, 100 раз. And that's one kind of mercy of Krishna upon me, that I could deal with that situation of losing my guru, my guide, and then having to go deeper and open my eyes and see things in a different light. Таким образом, я смогла преодолеть это чувство утраты своего гуру, потому что это было очень тяжело, но через это такое понимание мне удалось это сделать. Я надеюсь, это ответило на ваш вопрос. We welcome you. It's very nice you've come, and I'll be here till Friday. Every day we're meeting and talking and taking prasadam. You're welcome to join us. Я очень рада, что вы пришли, и я буду здесь до пятницы, и каждый день по вечерам, наверное, мы будем также, ну, здесь, и можно будет приходить, задавать вопросы. You can get to know the community of devotees, Balavanta Prabhu and Suvada and all the devotees, and see how nice they are. И вы можете со всеми познакомиться, с Балавантой, Субадой и со всеми преданными, видеть, какие они. And many guests like to come here because it's so such a sweet ashram and very like home for us. И здесь царит очень домашняя атмосфера и как бы семейная атмосфера. So you'll get to meet Avadhut Maharaj and Goswami Maharaj and Madhusudan Maharaj, and so many of our devotees from Russia come here and like to spend time. И потом, может быть, вы увидите Авадута Махараджа, Госвами Махараджа, Мадхусудан Махарадж недавно также посещал наш храм, и сюда часто приезжают преданные со всех уголков нашей миссии. We have temples all over the country and all over the world, and you're welcome to visit us everywhere. Ну, наша семья, она большая, то есть у нас есть центры во всех, по-моему, в большинстве стран мира. И вот. Welcome. Open invitation. Открытое приглашение. For everybody. Для всех.